Всем привет! Вот и наступила наша очередь посетить город Кёнигсберг, аэропорт Храброво. Как вы уже обратили внимание, шикарная солнечная погода. Сейчас мы собираемся добраться до города Светлогорска, где заселимся в гостиницу. Денег пожопили, как обычно, поэтому поедем на перекладных. Все, а вы оставайтесь с нами, смотрите и не переключайтесь. Так, автобусы. Какой у нас автобус? А сколько будет? В 9? В 9 часов утра. Так, в 9 утра. Все, сейчас подойдет автобус, мы сядем в автобус и потом доедем. Мы до куда днем доедем? Железнодорожного вокзала, Северно-Южный, по-моему. Я вам на самом деле расскажу, почему решили так сделать. На железнодорожной? На железнодорожной? Почему решили так сделать? Дело не в деньгах, я пошутил. Просто у нас заселение в 2 часа, и смысла сейчас, если мы через 40 минут приедем, торчать в гостинице никакого, ну, просто не видим. Поэтому решили прокатиться, раз уж приехали сюда, ну, как говорится, будем путешествовать. Все, и, как говорится, и вам покажем, и самим интересно. Оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь. Ребятки, 200 рублей денег на двоих, 40 минут езды по серому городу, и мы находимся на Южном железнодорожном вокзале. Дальше наш путь будет, сейчас мы сядем на электричку и поедем уже непосредственно в сам город Светлогорск. Оставайтесь с нами, смотрите и не переключайтесь, мне уже нравится здесь. Слушайте, ну прикольный такой вокзал, прям вот чем-то Европы отдает, сразу понятно. Так, что нам надо? Светлогорск. Короче, сейчас возьмем билеты и поедем уже дальше. Сейчас на электричке поедем. Так, ну у нас что, до электрички 1,5 часа. Ждать нам, конечно, не хочется. Поэтому мы возвращаемся и поедем на автобусы. Они ходят почаще, ну и едут подольше. Так что ничего страшного. Все, Ленка. Что? Мы в отпуске. Да. Короче, два билета 242 рубля. Где-то 40. Сколько? 40 минут, да, он идет? Час 20. А, час 20. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Ну вот так вот вам вкратце покажу автовокзал. Ну, понятно, что с Авдепия ничего не поделаешь, но другого вокзала здесь нет. Ребятки, ну что, еще час тряски по брусчатке. И мы в замечательном городе-курорте Светлогорске. Вполне вообще достойно, красиво как. Смотрите, какой пейзажик. Ух. Все, мы сейчас идем, ищем, где наша гостиница. И будем заселяться. Потом сходим, куда-нибудь надо покушать, потому что время уже обед. Если что, и в принципе мы так вот, ну нормально. 210 метров. 210 метров? Идем. Ну и вот смотрите, вот наш отель Универсал. Вот железнодорожный вокзал. Вот честно скажу, с виду даже не скажешь. Ну, вообще реально красиво. Я почему-то сразу вспоминаю, вот как я отдыхал в Белокурихе. Вот тоже примерно так же. Все это компактность от отеля, красиво. Слушайте, ну здесь ни с каким Калининградом не сравнить, конечно. Ну, город-курорт, он в Африке город-курорт. Ну, красота, конечно, неописуемая. И все еще в таком желтом цвете. Но мы будем гулять, мы будем вам все показывать. Так что, кто не подписался
подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Ну все, мы идем заселяться. Здравствуйте. Мы хотели бы у вас пожить. Конечно, конечно. Номер так, 35, второй этаж. Это у нас второй корпус? Это, да, второй корпус. Скажите, а у вас погода вся такая? Нет. Нет? Нет. Но это пока что такой, видимо, сезон пока. Понятно. Все, пойдемте, у нас вот второй корпус, второй этаж. Слушайте, ну здесь вот тоже фотографии всех известных людей. Здесь уже многих нету в живых. Все, кто здесь отдыхал. Ты меня достал. Мы тут приехали, ты меня достал уже. Иди второй номер ищи. На себя. Ой, ребятки, как тяжело, конечно, все. Ладно, небольшой обзор. Двухспалочка. С шикарным видом. Вид у нас шикарный. На соседнюю дачу. Вот соседняя дача. С раритетом. Видите, раритет какой стоит. Так. В принципе, что дальше? Холодос. На картинке было больше. Холодос. Открывашка. Слушайте, надо искать место, где стримить будем. Ну и что здесь? Туалет, ванна. Туалет, ванна. Все чистенько. Рыльно-мыльные. Душевая кабина. Будем надеяться, что есть вода. Ладно, все, мы сейчас маленько распакуемся и пойдем дальше. Друзья, ну что, мы зашли в одно из заведений ближестоящих, между прочим, ну, по рекомендации, конечно, местного населения. Я не знаю, отсюда вам видно будет или нет. С видом на море. Единственное, что погода не очень. Здесь требуют везде QR-коды, то есть даже просто, чтобы зайти в кафе, без QR-кода вас покушать не пустят. Так что хорошо, что мы вовремя привились, и у нас есть QR-коды. Все, паспорта, все сверли. Что-то не так? Да, мы не знаем, вроде все так. Должно быть все так, потому что... Просто интересно, я говорю, первый раз такой QR-код вижу, что без паспортных данных. И... Кое-как договорились с QR-кодами, здесь по-другому маленько, ну, нужны паспортные данные. У нас паспортных данных в QR-коде нет, только дата рождения и все. Так, по ценникам. По ценникам, в принципе, здесь... Ну, приемлемые цены, вот так вот вам покажу. Не знаю, видно, не видно будет. Хлеб по 4 рубля, щи 130. Отбивная. А подскажите, меню все есть, да, что здесь? Все, да. Все, да, то есть можно это, по красоте гуляем. Ну что, мы, как говорится, с соляночки начали, с соляночки. Ну, ребят, правда, мы сегодня еще не завтракали. И сейчас это еще... Жаркое с грибами, шампиньоны, сметаном соусе, да? Угу. И как это? Все вместе? Все вместе. Тушится. Или это как бы слоями такие? А, горшочки. Картофель, а сверху поливается соус с грибами. Mm-hmm. Ну, давайте такое здесь тогда. Здесь так же. Есть жаркое по-домашнему. Как жареное мясо тушеное. Тебе, наверное, жаркое по-домашнему в горшочке, да? Вот жаркое по-домашнему. Короче, мне еще жаркое по-домашнему. И на вынос мы просили там... Салатик, оливье. Один оливье, второй какой-то сказали с кальмарами, да. Это в контейнеры на вынос. Угу. Все, ребятки, перекусили мы чуток маленько. Не ходите. Подожди. Вот просто перед людьми, чтобы людей не обидеть, такая поеботина. Мы такую сроду не ели. Я вам сейчас вкратце объясню. Короче, солянка, ну, сами подразумеваете, что такое солянка. Это все отходы в одной кастрюле, потому что, ну, чувствуется у нее не такой маленький вкус. Потом, как-то по-домашнему, как называется? Жаркое по-домашнему. Картошка фри, которая обжаренная, закидывается вместе с картошкой, туда кладется свинина, которая остается от этих. Ну, вот, как там... Не отбивные, а... Ой. Куски мяса, ладно, что остается, все туда идет. На вкус ужасно. Лена заказала себе... Что ты заказала? Тоже жаркое в горшочке, там тоже картошка фри, но с грибами, с шампиньонами, в сливочном соусе. Значит, картошка фри, потом были грибы маринованные, не свежие, шампиньоны, потому что это вообще без вкуса. И вместо сливочного соуса, вот когда муку с бульончиком или с водичкой на сковородочке размешивают, так как ну, забыла, зажарка честно. Какая. Да. И это все залито.
Я такого говна короче, никогда не ела. Короче, жрать мы не стали. Я отказалась от этого блюда. Жрать не стали. Очень надеемся, что у них будут салатики. Вот мы на стрим там взяли закусить. Короче, пойдемте доедать. Вот русская душа. А напротив вот кафе «Ветерок». Не рекомендуем, если вы уж нас простите, уважаемые. Но не рекомендуем. Пойдемте попробуем вареники, потому что мы не наелись. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы вам все покажем. Все QR-коды. А вареники у вас с чем? С вишней, с творогом и с картофелем. Так, давайте с картофелем. Сколько? Макала. Это соус, во что макать? Ага. Макала? Макала. А мы подумали, какао. Ну, давайте мне одну с картофелем. Ты что, мать, возьмешь? Я с картошкой буду. А по секунчике это что такое? Это маленькие пирожочки. Жарятся в фритюре. Ага. Внутри мясо. А они тут есть внутри? Посмотри. Покажите. По секундчике. На что такое по секундчике? Вот, пожалуйста. Ой, малюшки такие. А там внутри мясо. Мясо. Жарится в фритюре. В порте 7 штук. О, ну давайте одну возьмем, попробуем. Короче, нам два. Покажите мне, пожалуйста, свои QR-коды. Сейчас вам все покажем. Лен, покажи QR-код. Все, что хотите, вы чем угодно кормим. Покажите женщине QR-код. Ну все, ребятки, здесь заказ сделали, сделали заказ. Еще раз, что там, как? По секундчике. По секундчике и по вареничкам. Ну, правда, там жрать невозможно, поэтому сейчас здесь оценим, дадим свою оценку. Но здесь еще пивас наливают, может быть, нас этим сдобрят, как-то сдобрят. Ну, здесь даже интерьерчик такой сделан, как будто, знаете, вот, в старорусской избе. Смотрите, как красиво, типа, и каминчик горит, чугуночки, самоварщики. Все красиво. Все, сейчас еще оценочку здесь сделаем, что кого, и потом пойдем тариться, и уже на сегодня видос закончим. Ребятки, так называемые посекунчики. Ни разу не ел, сейчас Лена попробует. Сейчас скажет, не попало. Жрет еще попало, но... Не попало, ходите и жрете, что попало. Давай, это должно быть вкусно. Завтра пойдем в хорошее место. Называется рыбный домик, да? Ну да. Дом рыбака, по-моему. Дом рыбака. У нас, короче, завтра у меня день рождения. Так что это завтра со сладочкой отметим. Ну и что? Тесто, как на пельмени. Так. Там внутри мясо. Так. То есть это не чебуречный вариант, а не как пирожки с дрожжевым. Я очень ее понимаю. Похоже. Видите? Эти пельмени делают как во фри. То же самое. Слушайте, а пиво очень вкусное. Честно говоря, вкусное пиво свежее. Так. Вареники. Ну давай. Решили заесть ту гадость варениками. Заверили, что они вкусные. Сами они их делают. То есть самолепные. Ну давай. Ну-ка. Должно быть вкусненько. Чебуречи. Со сметанкой-то. Картошка, да, картошка, да? Ребятки, ну все, мы перекусили, хотим сказать. Очень вкусно, нам понравилось. Ну, там на соли, понятно, перец. На столе? Да. Так что вот в этом заведении, называется «Русская душа», я вот рекомендую зайти попробовать, как бы сказать. Ну, пойдет, пойдет. Все, а сейчас мы направляемся в магазин. Надо будет... У нас еще вечером же мероприятие, стрим. Надо на стрим купить закуски. Ну, выпить соответственно, по-другому никак. Ой, ну и маленько отдохнем. А там уже что дальше будет, сами не знаем. Ну, на пока все, оставайтесь с нами, среди не переключайтесь. Так, ну что, вот он магазинчик, вот такой маленький, хорошенький, уютненький. Сейчас мы в него зайдем и возьмем... Хотя, подожди, на сегодня же закусить есть? Я не знаю, я еще ужин не буду. Так, ну а я тогда пойду чисто возьму водочки, запить и все. Так что пойдемте, сейчас выберем водочки, здесь ассортимент, как бы, ну, порядочный. Все для кефирников, лишь бы они лечились. Так что сейчас все посмотрим.
Здесь сразу нас встречает симпатичная женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. А есть водочка «Деревенька» называется? Конечно. А вот, да, вижу. Дайте нам парочку беленькой. Вот этой вот так. Ребята, кстати, о чем я вам говорил. Сейчас. Вот оно приложение, вот такое вот, вот оно. Называется. И отсканировать. Сейчас мы посмотрим. А нет, вот сканируется. Все, ребятки, вот все написано. Вот это вот зеленое сканируется. Да? Да. А та нет, та какая-то залипушная. Ты, да? Да. Короче, водка хорошая, надо брать. Так, парочку нам вот этой. Хорошие сапоги надо брать. Так. Так, ну вот, Леня, вот такое возьмем. Да. Это у меня одно сапирали, а другое. Смотрите, они сапирали. Лен, дороговато тебе бухать. Ну давайте сейчас. Ты же со стаканов пить не будешь, да? Нет. Давайте, красиво. Красиво. Хорошо, вино нужно красиво пить. Но. Красиво посуду. По штуке продать, да? Да, конечно. Вот так. А, побольше есть стаканчик, а то очень. Честно наливать. А вот побольше. Да, вон. Есть вообще. Нет, нет, нет. 750 миллилитров. Сразу же пузыречек вылили туда. Вот. По 140 рублей. Так, а вот эти, вот эти. Так, по 115. 30 миллилитров. Не, вот те верхние, они красивее. Да, такие у меня дома есть. Ну, у тебя дома мало ли что есть. Я просто не доготовилась, обычно же бокалы наберем. А вы можете подержать женщину на всякий случай? Я могу даже подсадить. Подсадите, потому что не дай бог. Красота. Подержите, подержите. Я военный пенсионер. Да, давайте. Подержать вас? Конечно. Спасибо. Не надо меня подержать. Только слизни, да? Да, мне муж не разрешает. Мы наоборот, чтобы он похвалил. Чтобы производственной травмы не было. И бокальчик. Так, и вот эти тогда. И вот такую мне дайте, я попроще, я с такой выпью. Хорошо, возьмите, пожалуйста. Так, все, Шура, Шура, заплатите за кефирчик. Да. 2,498, да? Это я так. Так, ну что, на сегодня мы затарены, затарены. Завтра, ты куда пошла, в какую сторону-то? В какую сторону? Нам надо идти вон туда. На сегодня, ребятушки, все. На сегодня все. Завтра будет новый день. Завтра будем отмечать день рождения у меня будет. Пойдем еще в какой-нибудь ресторан сходим, где нам опять порекомендовали. Ну, посмотрим, хороший или нет. Тоже вам все покажем. Он точно хороший. Точно? Проверено, да. Все, так что на сегодня все.